Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в сегодняшнем небольшом моем вложике я полистаю вместе с вами каталог, новый каталог магазина «Магнит Косметик». Покажу вам свои небольшие хозяйственные покупки, но это уже не имеет отношения к магазину «Магнит Косметик». И прогуляемся с вами немножко по магазину Тискома. Покажу, какие там сейчас есть скидки на данный момент. Ну что, поехали? Каталог будет действовать с 23 октября по 19 ноября. Соответственно, в магазинах «Магнит Косметик». Сразу на первой страничке очень заманчивое предложение. Предлагают купить мицеллярную воду и маску «Гарнье». Любую вот из этого ассортимента, отправить номер чека на номер 9009, и разыгрываются 20 сертификатов номиналом 1000 рублей, это 20 сертификатов ежедневно, и 5 сертификатов номиналом 3000 рублей ежедневно. Мне кажется, это очень такое заманчивое предложение. Вот жаль, что я в прошлый раз купила водичку эту «Гарнье». Тоже по очень хорошей цене. Так, и подробности на странице номер 16. Давайте сразу посмотрим все условия акции. Может быть, кого-то это заинтересует. Скидка 40% от регулярной полочной цены на весь ассортимент продуктов, представленный на полке. Тканевые маски, мицеллярная вода. В общем, я считаю, что это очень даже такая привлекательная, интересная акция. Может быть, я тоже в ней поучаствую. Мицеллярка никогда лишней не бывает. Почему бы не купить мицеллярную воду и какую-нибудь одну масочку? Тем более со скидкой 40%. А вдруг повезет, вдруг выиграю 1000 или 3000 рублей. Ну, поехали дальше. 35% скидка на ароматы «Хьюго Босс». Как на мужские, так и на женские ароматы. процентов скидка на мужские ароматы «Гангстер». Я такие ароматы не знаю, не знакома. Также 40% скидка на марку, на ароматы марки «Серджио Тачини». Не знаю, как правильно произносится. В общем, на эту марку. 35% скидка на туалетную воду Men's Sports. 100 мл будет стоить 163 рубля. Конечно, вот всегда удобно, когда пишут окончательную цену, а не как здесь 40%. Сколько будут эти ароматы стоить, вообще непонятно. Это кто отслеживает прям вот цену этих ароматов, тому удобно. 35% скидка на фару, крем-краску для бровей и ресниц. В темно-коричневом и в черном оттенке 69 рублей будет стоить. Также выгодная цена на аромат Мекс женский. Также не указана окончательная цена. На аромат Брокарт светская львица 50 мл. Это парфюмерная женская вода. И будет стоить 437 рублей. Скидка будет минус 25% на продукты Vivienne Sabo. Консилер для области вокруг глаз. Первый, второй тон будет стоить 209 рублей. И устойчивая жидкая матовая помада. Тон 31-35, 33-37. Будет стоить 262 рубля. Бетти Барклай 40% скидка на весь ассортимент. 40% скидка на продукты марки Диваж, на средства для бровей и также на жидкую матовую помаду. Будет скидка 30% на ароматы Антонио Бандерас на весь ассортимент. И также продолжается скидка 40% на косметику для макияжа глаз от марки Диваж. Так, здесь я поднесу поближе, чтобы вам было лучше видно. Здесь при предъявлении купона на скидку 45% на туалетную воду, это уже с 30 октября по 10 ноября. 35% на продукцию Maybelline, на тушь черную
экстра черную, черную подкручивающую и всеми любимый консилер в ассортименте. Также 35% скидка будет на помады Maybelline. Очень хорошая вот эта линейка помад. Отличные помады и хорошая скидка. И минус 20% на два продукта от кафе Мими. Крем-баттер для тела, бархатная кожа и пена-желе для ванны, антистресс. Будут стоить они 133 рубля. 20% на краску для волос и на тонирующий гель для волос. 30% будет скидка на карандаши для глаз от марки Stellary. 30% на мыло Дуру с ежевикой, с малиной, активированный уголь, морские минералы. 45% на продукцию Max Factor. На бабушку Агафью 20%, на шампунь и бальзам. L'Oréal, скидка 40% и возможность выиграть новогодние каникулы с семьей в Сочи. Очень многие любят кремы от марки L'Oréal, так что вот присмотритесь. Также Гренье участвует в скидках, минус 40%. И также идет розыгрыш. На лаки Golden Rose 25% скидка. Хорошие лаки за такую цену бюджетную. У них очень даже неплохое качество. Гели для душа Palmolive в большом объеме с маслом макадамии и экстрактом пиона. И 30% на крем-мыло. Красная линия. Нежная. Будет стоить 67 рублей. Также будет акция. Три продукта по цене двух. Мыло Palmolive 90 грамм. Тоже в ассортименте очень даже неплохие ароматы. Минус 25% на жидкое мыло «Я самая». 25 ноября – День матери в России. И будут разыгрываться сертификаты. Так что, кому интересно, девочки, участвуйте. Эколаб. Минус 25% скидка на гели для душа и молочко для тела. В честь Хэллоуина будут акции до минус 35% на палетки Риммель. Ароматы Бруно Банани, Буржуа. 35% скидка на товары Сиос. Это бренд месяца. Крем-краска для волос от Фара, оттеночный крем. Тафт тоже является брендом месяца. Год to be 35% на средства для укладки волос в ассортименте. Глискур 35%. Экспресс-кондиционер для волос 224 рубля будет стоить. Жидкое мыло Абсолют. Детская 59 рублей. Также Эльсеф, Шаума. Очень часто делают скидки на вот эти гели для душа Palmolive. Вот опять 35%. Le Petit Marcellier гели для душа, скидка 25%. Джонсон, средства женской гигиены. Также при покупке памперсов можно выиграть вот путешествие в Италию. Скидка на колготки детские 20%. На женские колготки 23%. 20%. На носочки женские 20%. Комплекты постельного белья 25% скидки. На супницу 43% скидки. 79 рублей супницы. На салонки стеклянные. Туалет для кошек. В общем, вот такие товары. Также опять скидка 20% на зубную пасту «Президент».
три вида, и на зубную щетку. На зубную пасту Rox 30% скидка. Oral-B плюс Блендомед до 35% скидка. Парадонтекс, зубная паста 30% скидка. И лесной бальзам, ополаскиватель 38% скидки. Также на зубные щетки Rox скидка 25% и ополаскиватель для рта. Ну, практически на каждой странице прям вот какие-то акции, конкурсы, участия. Ватные диски я самая. 35% скидка на марку Old Spice. 40% на Нивею и 30% на Adidas. Это мужская страничка. И на дезодоранты скидка по 36-38%. Опять мужская страница. Скидка 50% на бритвенный станок. Гель для душа минус 40%. Прям большая такая скидка. Будет стоить 125 рублей 250 миллилитров. А теперь выгодные предложения, когда второй товар за рубль. То есть два товара практически по цене одного. На ароматы, на лак Стеллари, на тушь Стеллари. Это предложение распространяется на марку Libre-Derm Aevit. Участвует увлажняющий гель для губ и крем против отеков для кожи вокруг глаз. Также дезодоранты Fa, гель для душа Fa, лошадиная сила, буренка, Биолан, Бреф, Сорти, Аос, Вит, Лонда Колор, крем-краска для волос в ассортименте. Это все два товара по цене одного. И сюда даже попал корм для кошек на эту страничку. Ну, это уже у нас страничка «Попробуй». Не понравился, вернем деньги. Интересно, кому-нибудь когда-нибудь вернули деньги? Кто-нибудь пробовал вернуть? Капсулы для стирки Ариэль 199, Тайд 199, Олвис. Кому интересно, поставьте на паузу и посмотрите. Вот эта страничка для меня более интересная. Большая экономия, скидки до минус 50%. А 50% это вот, наверное, только Ariel Tide, Bimax. Bimax, а остальные, конечно, нет здесь 50%, но до 50%. Также попали подгузники, шампунь Шампту, Олвес. Здесь уже скидки до минус 40%. И самая большая экономия до минус 55% это Персил, Лоск, Вернель, Бреф. Три по цене двух, это марка Синержетик участвует. На Фейри минус 51%, капсул для посудомоечной машины, 70 штук с ароматом лимон. Минус 40% на Ваниш. Минус 41% на Ласку. 52% скидка на Лоск. 49 на Бимакс. Освежители воздуха. Опять же, Бреф. Вот такие скидки. Кому интересно, ставьте на паузу. Очень много товаров. Давайте получше рассмотрим товары недели. Всегда люблю последние странички, что в книгах, что в журналах, что в каталогах.
Итак, ближайшие акции товар недели – это с 23 по 29 октября. На Gillette минус 40%, Gillette Fusion, Head & Shoulders, Persil, Vernel и Adidas – гель для душа. И самая последняя страничка – 6 по 12 ноября на женскую гигиену и на туалетную бумагу Зева. И с 13 по 19 ноября вот такие скидки. Крем для рук, бархатные ручки, уже второй каталог. Такая вот цена. Вот такой каталог. Вот такие скидки ожидают нас в ближайшие недели в магазинах Магнит Косметик. Ну а теперь я покажу вам свои небольшие хозяйственные такие покупки. И, как я говорила, покажу небольшой обзорчик магазина. Кому интересно, оставайтесь со мной. Друзья ездили во Вьетнам, и я заказала им капли для глаз. Я вам не раз уже показывала в своих видео эти капли для глаз. Это, конечно же, не одной мне. У меня всего два глаза. Я же не циклоп. Эта часть уйдет маме. И, может быть, парочку из этих капель я разыграю в своем конкурсе. Надеюсь, что я сделаю все же на канале конкурс. Капли замечательные. И снимают усталость в глазах, и питают глаза, успокаивают глаза. Синдром сухого глаза у кого? В общем, профилактика глазных болезней. Зуд в глазах, красноту в глазах снимают. Я в этом году, к сожалению, во Вьетнам не попадаю, поэтому хорошо, что съездили друзья. И также в своем влоге я вам как-то показывала средства для чистки хрустальных люстр. Я так поняла, что никто больше из девчонок таким средством не пользуется, не видел. Я купила в этот раз себе 3 штуки, чтобы они у меня были, когда понадобится, чтобы потом не бегать. Не искать это средство для люстр. И заплатила я за него 900 рублей. То есть каждый баллон стоит 300 рублей. Я считаю, что это относительно бюджетно. Если учесть, что раньше средство импортное стоило 1000 рублей за один флакон. Девочки, у кого хрустальные люстры, присмотритесь к этому средству. Или, может быть, кто-то знает другое средство для чистки хрустальных люстр. Поделитесь, пожалуйста, со мной своими знаниями. Буду вам действительно благодарна от души, потому что эти хрустальные люстры – это такое больное место. И также я купила сковородку. У нас провинциальный город, и Кемерово у нас такой провинциальный город достаточно. Мы не столица, не города-миллионники. Я долго искала сковородку, и не могла найти ничего такого подходящего и интересного. И в магазине Тескома сейчас проходит акция. 30% скидка на сковороды. Эта акция будет проходить до 30 октября. По крайней мере, у нас в Кемеровской области. Я выбирала и выбрала вот такую сковороду. Диаметром 26 сантиметров. Такой сковороды у нас не было. Мы в Тескоме постоянно покупаем какие-то средства для кухни, и сковороды, и кастрюли, и различные колющие, режущие предметы. Там отличные есть средства, особенно средства для размягчения мяса. Размягчитель. Кто покупает, тот знает. Супер-супер вещь. Ну ладно, разговор не о размягчителе мяса, а об этой сковороде. Сковорода достаточно тяжелая. Гарантия у нее 5 лет, подходит для всех типов плит, с уникальным антипригарным покрытием. Благодаря характерному рифленому покрытию блюдо готовится равномерно, без пригорания. Подходит для всех типов плит и можно мыть в посудомоечной машине. Это их какая-то линейка Premium Stone. Не знаю такую линейку. И я вам сейчас постараюсь поближе показать текстуру, фактуру этой сковороды. Снаружи вот она как бы такая вот гладкая,
А внутри, сейчас сниму упаковку. Если вот увидите, видите, кажется, как такие, как выбоинки, не выбоинки. Ну, в общем, она не гладкая, ровная. Вот такая у нее действительно, как поверхность камня. Очень интересная. По крайней мере, у нас таких сковород дома не было. Ну, я почитала отзывы в интернете за 2019 год. Очень такие положительные отзывы. Всем пока нравится. Ручка у нее комбинированная. Я забыла, как называется вот этот черненький материал. Но это не пластик, а как-то по-другому называется. Есть такие сковороды просто полностью с металлической ручкой. Их уже можно ставить в духовку. Эту, конечно, не поставишь в духовку. Но нам для этого она и не нужна. Так, и эта сковородка обошлась мне в 3512 рублей. Кому интересно, присмотритесь, посмотрите, кто любит Тискому. К сожалению, у нас выбора сковородок нет. И я выбрала лучшее, по моему мнению, из того, что было. Может быть, кто-то посоветует, какие марки сковородок еще хорошие. Может быть, я и найду у нас их. Так что, девочки, делитесь своим опытом, своим мнением. Мне нужна хорошая сковородка, еще одна. И я вам в конце видео вставлю небольшой кусочек, то, что я снимала в магазине Тискома. Маленький такой кусочек, я его снимала не для видео, а для себя. Там примерно ориентироваться хоть можно по ценам. Но это вот весь мой влог. Это все, что я вам хотела показать, что хотела рассказать. Это такой, конечно, не косметический, не бьюти-вложек, больше такой хозяйственный. Спасибо, что вы были со мной. Всем хорошего дня. До новых встреч. Пока-пока.